Как известно, существует два основных характера суточной активности человека – совы и жаворонки. Жаворонок рано просыпается, бодрствует утром и днем, рано отходит ко сну. Ну, а совы бодрствуют днем и ночью. Так вот, когда речь идет о ночной съемке, я всегда мечтаю стоять без перерыва перед камерой. Иначе меня просто вырубит, ну, потому что я стопроцентный жаворонок. Ну, а это как раз идет подготовка к ночной съемке. Кропотливая работа. Делают мейк, массовки, которая будет в ночном клубе танцевать и баловаться наркотиками. Ну, по сценарию, естественно. Вот там готовится массовка. Сейчас у нас 23 часа. Ночная. Это наш оператор Андрюша. Смотрите, этой девочке заклеивают пленкой рот. Сверху красят ярко-красным блеском для губ, увеличивая их еще больше. В сочетании с белыми ресницами и бровями, ну, эффект, честно говоря, потрясающий. И вообще, изобретательность Анастасии, художника по костюмам в этом фильме, меня просто поражает. Для создания образов разнообразных были использованы совсем неожиданные вещи. Вот, например, чтобы создать эффект шлема на голове у молодого человека, использовали железные заколки. У всех очень разные костюмы, очень разные образы. А теперь уже готовые, яркие и непредсказуемые персонажи для сцены ночной дискотеки идут на площадку. Роль певицы исполняла в фильме Наталья Кононенко, профессиональная певица в жизни. Моя Людмила смотрит на происходящее восхищенно и мечтает о лучшей жизни, о празднике, которого у нее нет. Открываю вам тайну, как снималась эта сцена. Дублей было 5, потому что мишура из рук ассистента режиссера летела то комками, то ее было мало. На улице скоро будет светать, а мы продолжаем снимать. Но кое-кто уже не выдержал. Наверное, он, как и я, жаворонок. Ему ночью нелегко работать. А по моему счастливому лицу этого не видно. Я всегда работаю с удовольствием. Крайняя сцена нашего фильма снималась в заброшенном районе Одессы, похожем на свалку. Собственно, где и положено находиться ненужным людям. Около 6 утра был снят последний кадр. Носы холодные, ноги замерзли, но мы с моим партнером, актером Одесского украинского театра Игорем Геращенко, были счастливы. Мы это сделали. А вот и фото всей команды.